Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, и я Вика. Сегодня мы с вами разберем вот этот кардиганчик. Он не мой, девчонки, сразу говорю. Все ссылки на эту прекрасную женщину, либо это компания, либо это прямо от этой пряжи Ализе, этот канал. Я думаю, многие из вас на него подписаны, и я в том числе по вашим же рекомендациям. Это не моя реклама, это мое желание, вернее, я буду как бы дополню чуть-чуть их кардиганчик и, может быть, донесу до вас более, как бы, больше информации, да, потому что там у них есть видео, ну, очень мало в субтитрах, как бы, информации. Я надеюсь просто, что я немножечко вам разъясню, потому что кардиган заслуживает на свое внимание. Связан из пряжи Ализе Ангора, нет, связан из пряжи Ализе Cotton Gold, вот, и, как они заявляют, триматка. Ну, там вы это видео, конечно, пересмотрите, потому что там и хорошо его видно, этот кардиганчик, и она его крутит по-всякому. Ну, в общем, моделька, заслуживающая внимания нашего и чуть большего объяснения. Вот, пряжу, понятное дело, купить можно где угодно. Заявлено три мотка, узор вот такая вот крупная сетка. Я, конечно же, связала из акриловых ниток, это вообще не то. Вот если вы посмотрите у нее в видео, хлопковая пряжа, есть хлопковая пряжа, и тут уж никуда не деться. Понятное дело, от пряжи очень много зависит. Вот. Так, еще раз говорю, что ссылку на ее канал, канал автора, и на инстаграм автора я сразу под описание под видео, кликаете на еще, и все у вас развернется, если не показывает. И обязательно перейдите в инстаграме вообще, ну, это тоже, оно же все дублируется, инстаграм, ютуб, есть чему поучиться, есть на что посмотреть. Есть где набраться идей, по моему мнению. Вообще шикарный канал, турецкий, да. Там понятное дело, что все на турецком языке, вот. Итак, разбираем этот кардиганчик. Схемка вот будет здесь внутри, в уголке. Вот, так что вы будете... Сначала я разберу узор, а потом пройдемся по самой модели. Значит, число петель у нас должно быть кратно 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, давайте 13, 14, 15, 16. Я поменяла нити, чтобы мне хватило для набора. Значит, у меня будет 3 раппорта. Кромочные по отделке мы вяжем двойную кромочную, она у нас служит планкой, то есть там никакой обвязки. Но это я еще по поводу самого кроя и по поводу модели еще остановимся на этом. Значит, первую петлю снимаю, вторую провязываю лицевой. Это 2 кромочные. Далее узор. Накид, 2 петли вместе. 2 петли вместе с уклоном вправо и двойной накид. 2 петли вместе лицевой, 2 петли вместе с уклоном вправо и двойной накид. То есть на схеме хорошо видно начальные 2 петли узора, потом раппорт 4 петли и далее 2 петли, как бы, завершающие этого узора. Вот здесь у нас 2 петли вместе с уклоном вправо и накид. Вот он, как бы, половина этого раппорта. Далее 2 следующие кромочные. Первую петлю мы снимаем, а вторую провязываем изнаночной. Лицевой ряд. Первую петлю снимаем, вторую провязываем лицевой. Это наши 2 кромочные. Далее накид провязываем изнаночной. Вот у нас 2 изнаночные петли, из которых мы, наверное, вот так вот будет на синем виднее белые, вторую меняем местами с первой, при этом вторая поверх первой. В принципе, неважно, если вам удобнее наоборот, то и ничего страшного. Это как бы влияет на вот направление,
как бы вот эта петелька. Тогда у вас, если вы поменяете наоборот, будет направление сюда. По сути, это этим даже можно играться, совместив эти направления, как бы потом в реглане. Хотя с другой стороны, это не заморачивайтесь. Далее два накида. Их мы провязываем: первый лицевой, второй изнаночной. Тут я бы рекомендовала не менять как бы саму схему, сначала лицевой, потом изнаночной. Опять я поменяла 2 петли местами, 2 изнаночные, здесь лицевая, изнаночная. Хотя по узору оно выглядит, что как бы удобнее вязать изнаночную. Вот как вы будете держать в руке, вам будет понятно, о чем я говорю. И накид. Так, 2 изнаночные поменяла местами и накид провязываю изнаночной. Далее первую петлю снимаю и вторую провязываю изнаночной. Первую снимаю, вторую провязываю лицевой. Третий ряд. Здесь меняем местами. Провязываем 2 петли с уклоном вправо лицевой. Далее двойной накид. 2 петли с уклоном влево. И вот здесь вот, если бы вы вязали лицевой, то вам бы пришлось поворачивать, а здесь очень удобно, ничего не поворачивается. 2 накида, 2 петли вместе лицевой с уклоном влево, 2 петли вместе лицевой с уклоном вправо, 2 накида, 2 петли вместе лицевой. Это третий ряд. Вот такие вот дырки большие получаются. Далее первую петлю из двух кромочных снимаем, вторую петлю провязываем изнаночной. И далее начинаем все с первого ряда. Ой, это у нас четвертый ряд. Что я говорю? Не начинаем. Значит, четвертый ряд. Одна изнаночная здесь, лицевая изнаночная. Это наши накиды. Далее снова меняем местами. Вторая поверх первой. И провязываем изнаночной. Далее одна лицевая, одна изнаночная. Меняем местами. Провязываем изнаночной. Лицевая и изнаночная. И одна изнаночная. Здесь первую снимаем, вторую провязываем изнаночной. Потом наша кромка завернется. Вот здесь вот, кстати, я сделала, вот правда. Ну, ничего, еще даже пришлось разутюжить и вообще выглядит не так, как у нее. То есть, ну, пряжа, там весь эффект в пряже. Далее мы вяжем с первого ряда. Теперь, что касается кроя. Сейчас я все с вами буду разбираться. Так, девчонки, теперь разбираемся с самим кроем. Что я хочу сказать? Там кардиган связан снизу, и при том, что сшит абсолютно полностью весь сшит. Если вы посмотрите это видео, там двойная кромка везде, у нее идет везде, везде, везде. И поэтому получается, что как бы вот такая вот при сшивании, вот такая вот отделочка, такая полосочка у нас образуется. Вот там хорошо видно, да, она раскладывает, там показывает. То есть все вяжется так, как я показала. Вот двойная кромочная вывязывается, вот видите, вот здесь вот ее видно хорошо на этой пряже. То есть она такая красивая кромка получается. Потом мы сшиваем за первую, а вторая у нас получается вот как украшательная, и такие две полосочки получается, одна с одной детали, вторая со второй детали. Вот так, так, так. Что касается набора петель, там у нас эсочка на манекене, не больше, и по рекомендация по спицам у нее 4,5 спицы, 3 мотка пряжи. Вот, и набор петель, это по ее рекомендациям 122, 68 рукав и 64 полочки. Теперь, что касается увеличения, уменьшения, девчонки, главный принцип кратно 4, помним, да, везде должно быть кратно 4, здесь кратно 4. Здесь у нас, если 122 мы разделим на 2,
чтобы, ну, в смысле, на две полочки. Это будет 61 петля, и вот 3 петли добавили для закругления счета. Добавляем, не в минус убираем, а именно добавляем для, до того момента, как бы до того количества, чтобы у нас было четное, кратное 4 количество петель. Еще один важный момент, обратите внимание тоже, это все вы посмотрите мое видео, а потом перейдете оригинал, посмотрите. Вот, у нее рукав здесь практически нет, то есть там нет ростка, там есть подрез, сейчас мы о нем поговорим, я не нарисовала опять же, но нет ростка, то есть у вас вот эти вот, вот эта часть должна соответствовать вот этой вот части. Это обязательно должна сойти на нет. А это, понятное дело, она у нас здесь и здесь одинаково, но здесь просто она, полочка уходит в никуда. То есть она сокращается полностью, и получается, что на стыке вот здесь или здесь, ну, смотря с какой стороны. То есть вы, вот если так вот считать, вы спинку, когда связали, кстати, что у нее по размерам, 62 сантиметра вот до проймы, а здесь у нас 26 сантиметров от проймы. Вот это, не знаю, сколько это рядов, это нужно, конечно, по плотности, ну, опять же, девчонки, у каждого, ну, нельзя ориентироваться на эти числа, как бы на сантиметры еще можно, а вот на количество петель все равно, даже при пряже и спицах такие указанных, оно все равно у каждого получится разное. Я сейчас пытаюсь как бы синхронизировать это все, чтобы в итоге вы вышли здесь на 0. А, значит, первым делом вы вяжете спинку и считайте, сколько осталось петель, так как у вас. Вот, допустим, если вы связали спинку, и у вас осталось здесь 22 петли, да, по центру. Это я привожу пример, как вам рассчитать. 22 петли, значит, вы здесь закрыли 50 и здесь закрыли 50, вернее, нет, там 4 петли у нас уходит, девчонки, нет, извините, 4 петли у нас уходит на подрез, 4 4 4 4 4, значит, здесь, значит, здесь у нас закрыто 46 петель, да, 46 петель и 46 петель. Вот берем эту полочку, ну, вы свое число, соответственно, берете, 64 минус 46. 46 у вас уйдет на регланную линию. Далее, и у вас остается 20 петель. Это значит, что вам нужно в горловину, вернее, подождите, ну да, в горловину закрыть 20 петель. Поэтому вы распределяете. Они рекомендуют один раз в шестом ряду эту горловину как бы сокращать, но, возможно, не хватит рядов, если вы будете корректировать размер, либо не хватит рядов, либо их будет много и останутся больше петель, что нам не нужно. Поэтому, девчонки, рассчитывайте по плотности, по спинке, вернее, вот сколько у вас здесь будет рядов на реглан, вот рассчитывайте эти оставшиеся петли, сократить за эти ряды. Можно сделать глубже вырез горловины, вот, и сократить, если подогнать под вот эти 6 петель. Я надеюсь, вам понятно, девчонки. Конечно, не для новичков вот это, хотя казалось бы простой, но не простой. Вот, потому что, конечно, можно вязать вот сверху, кто опытный, то сверху, мне кажется, будет проще вязать V-образным вырезом. Но я сейчас разбираю в данном случае именно вот эту конкретную модель. Поэтому, кто более опытный, то сверху, я думаю, распределяю. Напишите мне в комментариях, согласны вы со мной или не согласны. Будет это удобнее или неудобнее. То есть отталкиваемся от закрытых петель для реглана. Остальные петли просто до этой точки, где закончится реглан, вам нужно просто убрать. Каким образом? То ли это будет в каждом шестом ряду, то ли будет в каждом пятом. Ну, в общем, придется посчитать, девчонки. Вот. И на рукаве тут остается 4 петли всего. Рукав у нас тоже практически сходит на нет. Совсем чуть-чуть там остается петель. Вот обратите внимание, что у нас потом по итогу получается
вот так вот все сходится в этой точке. Здесь у нас совсем чуть-чуть рукава, здесь уходит на V-образный вырез, а здесь вот я нарисовала нормально, но там оно все ровное, то есть вот так вот. Но благодаря тому, что вот такой вот узор, оно все и ложится прекрасно. Видно на манекене, что ложится все везде очень хорошо. Вот такое вот мое по рукаву. По одной петле в четвертом ряду. Ну, я, кстати, не поняла. По моему мнению, девчонки, не в четвертом ряду, а всего 4 раза. Она там добавила. Вот посмотрите, скажете, права, не права я. Не в четвертом ряду, а 4 раза всего по одной петле. Потому что рукав ровный, там может чуть-чуть расширился. Вот, подрезы по 4 петли и далее идем реглан. Реглан везде одинаковый, одинаковое количество петель. Спинка перед и рукав, ростка нету, подрез по 4 петли. Все, девчонки, в принципе, вот что я говорила по поводу переброса, что вот эту вот как бы ведущую петлю можно туда пустить. Это зависит от того, как вы поменяете вот эти изнаночные петли. Девчонки, я надеюсь, я вам немного помогла, чуть-чуть больше информации дала по этому кардигану. Я думаю, автор не будет против. Тем более я все условия соблюла, все оставила. Не вижу как бы препятствий, почему бы его не разобрать, да? Ну, как вы думаете, напишите. Можно такого формата видео? Я думаю, я просто немного помогу людям, и у автора добавится и подписчиков, и просмотров. Вот напишите свое мнение, как думаете. Потому что у них там очень много моделей интересных. Пряжа, понятное дело, всем известная. Но такое поверхностное описание, я бы сказала. Может, я кому-то и помогу. И автору в том числе. Ну и вам, соответственно. Все, девчонки, на сегодня все. С вами была Вика из школы рукоделия. Кстати, можем попробовать мини-версию связать, чтобы как бы разобрать подробнее вот эти сокращения в реглане, чтобы узор не терялся. Все. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.